18 и 19 сентября во Дворце спорта «Триумф» состоялись традиционные областные соревнования по художественной гимнастике «Осенний триумф». Состязание прошло в 10-й раз. География участниц, их более 400, ширится. Гимнастки приехали не только из городов Подмосковья и соседних областей, но и, например, из Мурманска. Подробности мероприятия в материале моих коллег. Осенний триумф. Соревнования юных гимнасток. Самый младший возраст – девочки 2016 года рождения. Они выступают по программе третьего юношеского разряда. Самые старшие – 2006. Эти гимнастки выполняют программу мастеров спорта. Если у малышей, например, они делают без предмета и два вида упражнений на выбор, или скакалку, обруч, мяч, то кандидаты мастера делают определенные виды – обруч, мяч, булавы и лента. Люберцы представила команда из 10 юных гимнасток. Девочкам по 7-8 лет. Выступают как индивидуально, так и в группе. Занимаются третий год. Готовиться к осеннему триумфу начали с июля. У нас вышли новые правила, мы интенсивно к ним готовились как по общей физической подготовке, так и по специальной. Меняли программы, составляли новые, покупали купальники деткам, пересматривали что-то, вычищали красоту, эстетическое движение тела, новые элементы изучали, которые непосредственно как раз вышли в новых правилах. Ну и грация – наше все. Елизавета Башилова занимается художественной гимнастикой 4 года. Этот вид спорта выбрал потому что понравился. Во время подготовки к соревнованиям оттачивала все элементы. Поворотом, прыжкам, равновесием, танцевальным дорожкам. За выступлениями гимнасток внимательно наблюдают 4 бригады судей. Каждый оценивает выполненную программу только в своей части. Первая бригада у нас судит, которая состоит из двух судей. Они судят элементы тела. Вторая бригада, их тоже два человека, судят элементы предмета. Третья бригада следит за артистизмом, красиво, музыкально, танцевально. А четвертая бригада судит техническое исполнение, ошибки. В церемонии награждения принял участие временно исполняющий полномочия главы Владимир Волков. Он поздравил победительниц и всех участниц. Пожелал им хорошо учиться, тренироваться и достичь олимпийских высот. Сам городской округ Люберцы всегда был территорией спорта. Мы всегда поддерживаем спортивные соревнования всех, кто занимается спортом. И спортом не просто только во дворцах спорта, культуры, но в том числе и дворовый спорт, массовый спорт. Поэтому приглашаю всех заниматься, быть активными, набираться здоровья и получать только позитивные эмоции. Вместе с гимнастками, которым вручили памятные медали и грамоты, награды получили и тренеры, которые воспитали победительниц. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.